Роль пуговиц в создании модной одежды нельзя недооценивать. Хорошая фурнитура делает ее одежду стильной и дорогой. В зависимости от дизайна может кардинально менять характер и настроение. Добавить образу исторического флера помогают пуговицы с геральдической символикой. Каждая пуговица – это как произведение искусства. Каждая вот из этих пуговиц, она имеет свой характер, и ее можно долго разглядывать. У каждой свой сюжет интересный. Например, здесь есть пуговицы в стиле милитари, с гербами, с мальтийскими крестами, со львами. Целый ряд пуговиц разных цветов, с чертополохом. Чертополох, он вообще является оберегом. Эти пуговицы могут использоваться в унифицированных моделях, такие как пиджаки, жакеты, юбки. При помощи этих пуговиц мы можем придать индивидуальность и характер любому изделию. Такие пуговицы встречаются в коллекциях от кутюр. Да и сил на их производство уходит не меньше, чем на создание уникальной дизайнерской одежды. Каждая модель пуговицы производится в ограниченном количестве. Здесь нет вот такого массового производства. Каждая партия ограниченного выпуска. Повторить такую модель мы уже не сможем. Многоступенчатое производство проходит много стадий обработки. Специально производят под каждую ткань, под каждый принт, производят именно свою фурнитуру, чтобы это все друг с другом сочеталось и не противоречило друг другу. А еще изготовление этой уникальной фурнитуры связано с таким понятием, как экологическая ответственность. Производство организовано без вреда окружающей среде. Человек пройдет мимо, его никто и не заметит, собственно говоря. С такими пуговицами пройти незаметно невозможно.